Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев, курирующий строительный блок, покидает свой пост до конца октября. Об этом сообщил мэр Владимир Панов на брифинге. Останется ли Молев работать в администрации и какую должность займет, пока не сообщается. Кроме того, в администрации еще два новых назначенца, оба из Санкт-Петербурга. На должность руководителя департамента строительства вместо находящегося сейчас под следствием Юрия Щеголева назначен Леонид Самухин. Пост заместителя департамента строительства занял Павел Саватеев. Ранее эту должность занимал Артем Каразанов. Оба новых руководителя приступили к своим обязанностям 15 октября. Как заявил Владимир Панов, этим кадровая ротация в мэрии не ограничится. Приход специалистов из Санкт-Петербурга для них это профессиональный вызов. И очень, наверное, для них важный момент то, что они будут смотреть на все, что называется, чистого листа.